В этом году МЧС России исполняется 25 лет. В Главном управлении и подведомственных учреждениях проходят мероприятия, посвященные этой дате. В средней школе села Янтиково прошла встреча 5 поколений пожарных. Пожарная часть номер 45 – одна из лучших в республике. На ее счету тысячи спасенных жизней. Годами она формируется из семейных династий. Именно поэтому, считает глава администрации района Владимир Ванерке, пожарная безопасность в их районе на высоте. С начала года на территории произошел всего один пожар. В первую очередь, конечно, хочу низко поклониться нашим ветеранам, поблагодарить вас за ваш героизм и за вашу стойкость в борьбе с врагом. Пожелать вам долгие лета. Ну а молодежи нашей, которая захочет защищать, многие смотрели фильм «Офицеры», и была там такая фраза: есть такая профессия — Родину защищать. Вот кто из вас выберет профессию? Профессий много в стране, профессий много в мире. Но кто из вас выберет профессию защищать свою Родину, тот может защищать или в вооруженных силах, или в пожарной охране, в пожарно-спасательных подразделениях. В честь 70-летия Победы памятные медали получили ветераны Великой Отечественной войны. Эти люди – живой пример доблести и чести для школьников, присутствующих в зале. Многие из них вступили в дружину юных пожарных. Победа для меня!